Рекордное количество 11-классников пойдет в школу в этом году. В Минпросвете насчитали 190 тысяч выпускников. Для сравнения, в прошлом сентябре в 11 класс пошли 170 тысяч подростков. В общей сложности в школу придут около 4 миллионов учащихся. Впервые в ученические классы отправятся без малого 400 тысяч детей. 70% из них выбрали государственный язык обучения. Больше всего первоклашек в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. 55 тысяч детей начнут учебный год в новых школах. Всего же проект «Комфортная школа» предусматривает строительство почти 400 учебных заведений. Кроме того, в рамках исполнения поручений главы государства в новом учебном году учеников начальных классов кормить будут бесплатно. С 1 сентября бесплатным питанием будут обеспечены дети с 1 по 4 класс общеобразовательных школ. Также в текущем году решен вопрос с бесплатным питанием в детских садах для 97 тысяч детей из социально уязвимых семей. Объемы финансирования среднего образования только за последние 5 лет увеличены более чем в 2 раза до 4,5 триллионов тенге.